И травничество, почему это очень сакрально, это очень-очень важно. Потому что только понимание, что это не только знание, не только интеллект продукт, это продукт духа. И все, что вы своими рученьками сделаете, даже какой-то один продукт, даже масло зверобоя поставите для своей аптечки, это будет такое масло, которое вы не купите никогда нигде. Это будет ваше масло, ваши руки. Я просто вижу, как пестуют, как рассказывают, когда сделают сами. Работает очень здорово. Так что, конечно, вот это и очень важно, потому что цель просветительская, даже что говорить о школах и учениках. Вот даже пациент пришел, я с ним говорю. И в итоге получается, человеку много лет, и у него патологии, не просто функциональные нарушения, но патологии серьезные. А у него еще и жена больна, а у него там еще и сестра больна. Я чувствую, говорю, знаете как, моя цель еще просветительская. Давайте договоримся так, с вашей аденомой, я вам не вот здесь как раз не советую вам оперироваться, а при аденоме предстательной железы желательно это как можно совершенно оттянуть, потому что там очень быстрый уход, как правило. И эта локализация, если это рак уже при аденоме перешло в рак, то есть, скажем, это вот крайняя степень, когда оперируется. А так тянуть, скажем, до последнего надо. Это мнение, к счастью, великое не только мое, и действительно, скажем, и многих онкологов, вот с кем я говорила очень серьезно. Значит, поэтому вам придется самому много собой заниматься. Привязываться ко мне не надо. Да, вы ко мне можете прийти раз в полгода, получить профессиональную консультацию, там какие-то профессиональные сборы серьезные купить, что там сделать. А то важное и главное на повседневное вы должны сами приготовить. Я скажу три травы, которые вам необходимы, масло и настойку, которую вам надо будет сделать. А может быть даже две. Ой, нет! Ой, да, вот посмотрите. И вот потихоньку человек приходит. Я говорю, так, быстренько записываем домашнее задание на лето. И вот, ну и потом, не забывайте еще что. Так что вот еще, отвечая на ваш вопрос, еще в пациентах просветительская цель. Потому что люди должны нести это. Каждый должен что-то. А у женщины, тем более, женщина-ведунья, она от слова ведать. Она должна всегда так сварить борщ, чтобы это было целительно, как мы говорим, да? Уж если собрать травушку, чтобы действительно ее чай смог помочь, ее чашечка чая. А это, если у вас есть дача, всегда все возможно. И какой-то минимум всегда, естественно, обычные, скажем, мята, обычно смородина, они предстают, лист смородины, предстают перед нами совершенно удивительными целителями. Даже самая смородина. Лист, почка смородины, допустим, вот вы услышите что-то и начнете смородину рассаживать. А зачем? Вот, допустим, вам нужны ягоды, а вам теперь нужно будет собрать в тот момент, когда ее трудно, вернее, жалко ее, скажем так, отрывать листочки. Это, допустим, мелкие листочки в момент цветения только появились, или почки. Потому как если почка собранная только-только, когда она появилась, или маленький листочек во время цветения, она совершенно отличается от другой смородины, которая будет потом для чая собрана. Это растение, которое делает чудеса. Есть такое понятие на Востоке – инь-янь. Помните, у вас и центр называется. Что-то до меня вдруг дошло, что я говорю вам такие прописные истины. Так вот, это тот момент, когда человек не знает, вот есть такое понятие жара и холода, да, и когда он не знает, в каком состоянии его почки находятся, он знает, что болят почки, знает, что вот такая ситуация, у него диагноз поставлен, а, скажем, что это, холод, жар или ветер, скажем, ветер, который не стал еще состоянием жара, или уже ветер, перешедший в жар, чем же лечить, как же быть? Так вот, интересно, что есть растения, некоторые растения, которые восстанавливают равновесие, неважно в каком состоянии. Вот их, не очень много этих растений, но они есть. Скажем, они балансируют, они выравнивают состояние жара и холода. Так вот, смородина, почка смородины и вот
маленький только-только появившийся листочек, особенно почка, в состоянии выровнять состояние почки, именно привести его к гармонии, к равновесию, инь-янь. Так что он, пожалуйста, будет более или менее и более или менее равно. Хотя равным не может никогда, как вы понимаете, быть. Так что вот растения могут открывать свое лицо, даже те, которые мы с вами видим, очень часто, скажем, такие привычные, такие нам знакомые, вот мы можем с вами увидеть их с новой стороны. Ну и еще, значит, по поводу той же таволги вы смотрели ролик, да? Но там, к сожалению, я не смогла сказать много по таволге и все, потому что день был совершенно невероятно жаркий. Подкрался, мы с подругой собирали, как раз моя коллега по центру, моя подруга, собирали таволгу, а муж ее подкрался ко мне, говорит: «Ленушка, я снимаю». Я говорю: «Уйди», сказала. Я в таком виде, там жутко мокрая вся, грязная, корзина тяжелая на ремне. Я говорю: «Юра, уйди, вот ты никогда не сделаешь, да, я вот давай, я тебя сниму». Я в себя пытаюсь прийти, естественно, там не скажешь того, чего хотел. Но, скажем, о таволге будем говорить, потому что если она у вас растет, естественно, соответственно, и можно очень много форм из нее готовить. Это замечательное растение. Вот даже мед, у меня одна баночка меда, я ее привезла показать вам. Значит, вот это мед с таволгой. Вот вы сможете также сделать мед с таволгой. Очень, очень удобно. Или добавить, у меня есть вот здесь, например, с добавлением пыльцы сосны еще. Вот, то есть это уникальный, то есть это как бы продукт, который может вам помочь. Пыльцу сосны вы сами соберете. У вас же есть сосенки? Есть. Она также цветет. Вот, это мужская особь, мужское растение. И вот, пожалуйста, научу, как это делать. Это делается очень просто, скажем так. И вот такой продукт будет великолепный. Или порошочек сделали таволги и сделали из него так называемые, скажем, конфеты или таблетки. Просто скручиваем с медом и обваливаем тоже в пыльце таволги. Видите, как цветочки, бутоны, полубутоны, а вот здесь, это, видите, одна пыльца прямо здесь, вот так вот. И вот просеешь ее через сито, и потом вот такие медовые шарики. Детки хорошо пьют, да и сами куда-то поехали, взяли, они как бы не слипаются. Прямо вот с ноготочек делайте маленькие такие пилюлечки, и все, выпил, пожалуйста, хорошо и здорово. Форм великое множество абсолютно. Таволга, конечно, это особенное растение, не только антикоагулянт, как мы говорим. Это действительно при неврозах, при эпилепсии, это некроз поджелудочной железы, это не просто некроз, это все панкреатиты, пожалуйста, и активный панкреатит в том числе. Это герпес, это различные вирусные инфекции. Видите, как интересно, холодным излечением одно действие, там 50 градусов это другое, 70 другое, а кипячение, значит, одни дубильные вещества, значит, помогают тогда и становятся противовирусными, когда холодное излечение, а когда варится 30 минут экспозиция, 30 минут, становится противотуберкулезным. Это в нашей лаборатории, то, что мы уже исследовали серьезно. То есть это данные 7 лабораторий, это очень серьезно. Работает с палочкой Коха. Вы знаете, да, это как бы оболочка-то восковая, то есть пробиться очень трудно, не каждый антибиотик может работать. А здесь, значит, те дубильные вещества, значит, два типа дубильных веществ, те, которые работают как противовирусные, антибактериальные, как раз холодное излечение, а те, которые при много, как вот таком большом кипячении начинают появляться, то открываются только через 30 минут кипячения, экспозиция 30 минут. Вот так. Поэтому еще открытий очень много здесь. Таволга это и при диабете, выравнивает сахар тоже. Это при артрите, артрозах. То есть, ну, много-много, посмотрите. И противоопухолевое. Каждый раз мы что-то новое здесь получаем. Вот это целый арсенал средств. Что еще у нас?